традиційним графіком. Сьогодні ми просимо наших партнерів, партнерів факультету «Еліт» розповісти про себе, про свої вакансії, про свої проекти, про своїх клієнтів, про те, де вони круті, про те, що вони роблять, а студенти чують, обирають одного, двох, чують про курси, слухають, де вони будуть працювати, і це все триватиме у нас до обіду. Паралельно з цим у вас в чаті будуть посилання на лінки з чатами конкретних компаній. Ви можете поспілкуватися з ними в їхніх приватних чатах, позадавати питання, що робити, скільки платять, куди йти, як пройти курси, де подавати резюме, як про це влаштовуватися. Компанії, в свою чергу, вам радо будуть розповідати про їхні штучки, фішечки. І бажаю вам успіхів, компаніям гарних робітників, студентам крутого працевлаштування. Починаємо!
первую очередь люди. То есть это, наверное, основной компонент. Потому что если тебе приятно работать с людьми, которых ты видишь вокруг каждый день, это то, зачем ты будешь приходить на работу. Вадим Сынах очень давно как-то рассказывал о том, что мы берем людей в компанию, а не на проекты. Достаточно простая такая фраза, но в ней скрывается достаточно такой серьезный смысл. И в этом основной бенефит, и в этом основная фишка компании, то, что здесь происходит непосредственно лайфсайкл всего развития человека как инженера. И это очень круто. Всем привет! Меня зовут Александр, я региональный менеджер компании Portavan. И сегодня мы проведем онлайн-презентацию в честь День карьеры в IT в нашем Сумском государственном университете. К сожалению, это мероприятие сегодня проводится онлайн. Очень бы хотелось со всеми офлайн и поговорить. Тем не менее, хоть это и предзаписанное видео, я буду находиться в чате в YouTube онлайн и также буду доступен в наших каналах связи в Телеграме и Фейсбуке. Пожалуйста, задавайте вопросы по ходу, и мы будем доступны еще после презентации. Итак, у нас есть всего лишь 10 минут. Давайте я вам кратко расскажу о том, чем занимается компания Portavan, кто мы такие, и какие у нас есть интересные открытые вакансии, и как работает наш Education Center сегодня. Итак, компания Portavan – канадская компания по разработке программного обеспечения. Она уже на рынке более 20 лет. В данный момент у нас трудится около 300 сотрудников. В городе Сумы более 60. Половина из этих сотрудников – это техническая поддержка. Естественно, очень много разработчиков, много проектных менеджеров и разных других специальностей. Вот. У нас есть три офиса в Украине, в Киеве, в Чернигове и в Сумах. Также есть офис в Барселоне, и наш headquarters находится в Ванкувере, Канада. Чем же мы таким занимаемся? Вот вы видите все эти интересные аббревиатуры, они такие сложные, загадочные. Тем не менее, все очень просто. Мы делаем биллинг-решения для операторов, для телеком-операторов по всему миру. На данный момент у нас более 500 разных операторов. Это могут быть маленькие интернет-провайдеры, это могут быть большие national telco, такие как, не знаю, T-Mobile, какой-нибудь Zigo, какой-нибудь Vodafone, какие-нибудь Inmarsat Speedcast Satellite и много-много других. То есть система расширяется, это все равно единый продукт, тем не менее он подходит для разного типа операторов и провайдеров связи. Вот. У нас трудятся разные направления.
И у нас, естественно, разработчики делают продукт лучше каждый день, тестировщики это все тестируют, и потом это все переходит к клиенту, ну а уже с клиентом общается сам технический саппорт. На этом слайде вы видите представлены разные технологии, естественно, технологии меняются, многие, может быть, из тех, что здесь указаны, уже устарели, но и новые я еще не добавлял. Тем не менее, стек технологий очень широкий, и я могу сказать, что сейчас у нас в коде более 10 миллионов строк, и каждый день это добавление, оптимизация, улучшение, очень много компонент, модулей, и все вместе это формирует эту комплексную сложную систему, которая подходит большим операторам связи. Так называемый Enterprise Solution. Да? И я хочу плавно перейти к нашему Education Center. К сожалению, в связи с ковидом мы сейчас не проводим занятия на базе Сумского государственного университета. Я надеюсь, эта ситуация изменится. Как только ситуация станет лучше, мы будем продолжать наши курсы там в университете, проводить программы, может быть, встречи и так далее. Но я специально поставил в эту презентацию слайд, чтобы увидели, что да, это наша аудитория, мы в ней проводим занятия. И в этом году мы проводили курсы, но вот мы в сентябре начали, и сейчас мы проводим их онлайн. Вот. Немножко про курсы. Текущий набор уже стартовал, мы набрали более 80 человек, тем не менее регистрация открыта, и вероятнее всего на каком-то этапе в 2021 году мы будем делать новый набор. Поэтому, пожалуйста, если вы не успели попасть к нам сейчас на курсы, то мы будем рады вас видеть в следующем наборе. Следующий набор предварительно это, наверное, сентябрь. Если нам удастся закончить раньше, возможно, мы это сделаем еще и летом. Будет видно, как это будет происходить. Эти ссылки активны, если что, они еще будут доступны после презентации. Также у нас есть программа стажировки. То есть это не курсы, а программа стажировки, мы называем ее BED, Become a Developer. Вот. Идея программы стажировки, отличие от курса, в том, что вы на самом деле приходите в компанию, работаете в компании и получаете задачи, очень связанные с enterprise-решениями, которые мы предлагаем и делаем на рынке. Вы это пишете на своем языке, который вы знаете лучше всего, и за вами вас менторят, и с вами работают непосредственно сеньор-девелоперы, сеньор-разработчики, помогают вам понять задание, дают вам обратную связь. Таким образом, они на вас смотрят, вы себя проявляете в непосредственной практике. И на выходе эта программа позволяет вам попасть в компанию уже на полную ставку и работать разработчиком у нас в компании. Вот. На данный момент мы планируем запуск Become a Developer. Регистрация тоже доступна, поэтому, пожалуйста, кто заинтересован, пробуйте, записывайтесь. И мы будем рады вас видеть у нас. Так. Далее я хотел бы представить, скажем так, еще третий тип нашего взаимодействия. Мы давно открыли это направление, но оно тоже сейчас активно и актуально. Называется оно Business Analyst and Application Engineer. Что мы здесь ждем? Это на самом деле открытый набор. То есть здесь не будет ни курсов, ни подготовки. То есть мы это рассматриваем в реальном времени. Вы присылаете свое резюме, у вас хороший английский, у вас не обязательно хорошие технические у вас навыки, но вы хотите все-таки войти, прийти и хотите себя попробовать, и мы будем рады с вами пообщаться, и мы попробуем вас отобрать на эту позицию. Эта позиция заключается в том, что это заход немножко с другой стороны, со стороны коммуникации, то есть вы способны общаться, находить общий язык, общаться с клиентами, и способны вот смотреть в сторону бизнес-анализа. Мы этому научим, но тем не менее нужны входные данные, как английский язык. Ну, на самом деле, английский язык нужен везде. Как правило, ахиллесова пята нашего инженера, но учите, пожалуйста. Если вы еще не начали, лучше это сделать сейчас. Вот, если вы готовы и чувствуете, что у вас хороший английский, и вы хотели бы попробовать это направление, где будет связано все вместе, пожалуйста, отправляйте свои заявки на sumdu@portavan.com, мы рассмотрим ваше резюме и с вами свяжемся и пообщаемся. Свяжемся с абсолютно каждым, кто пришлет резюме. И я хотел еще немножко дополнить такую картинку. Я ее использовал на презентации когда-то этого направления. Это вот насколько универсален этот человек, вот этот application так называемый, да, он может развиваться в сторону бизнес-анализа, перейти в project management department, может быть в project management department и общаться с клиентом. То есть также он может не то что вырасти, а двигаться дальше вперед и сказать, я не хочу всю эту коммуникацию, хочу стать настоящим саппорт-инженером. У нас такие примеры были, и человек стал саппорт-инженером, и вообще у него есть скиллы разработки, и он дальше пошел развиваться, сказал, что я хочу
хочу вообще в development. Вот. А пути развития здесь разнообразные. Вот, вот две картинки Superwoman, Superman, это потому что на самом деле по итогу эти люди являются такими топовыми в компании, потому что они знают все. Они знают и как бизнес устроен, они знают, как устроена база данных, могут вполне спокойно для какого-нибудь крутого репортинга полезть в базу, собрать данные без помощи инженера. А если не могут, инженера попросят, это тоже не проблема. Поэтому это развитие в их руках, они это могут делать. Вот. На самом деле это все на сегодня. Короткий обзор. Я хотел добавить слайд о том, что как там, чек компании. У нас есть теннисный стол, у нас есть кофе и у нас есть приставка. Поэтому, да, мы типичный офис, как и везде, айтишный офис. К сожалению, мы сейчас не работаем в офисе, работаем онлайн. Вероятно, будем туда двигаться, но это будет видно. Ссылки доступны на экране. Спасибо вам за внимание. Пожалуйста, берегите себя. Мы будем рады видеть вас на наших курсах, будем рады видеть на наших программах. И удачи, всем хорошего дня. Пока-пока. Щоб розповісти про те, чим займається компанія Netcracker, не вистачить і 3 годин. Але ми спробуємо вкластися у 3 хвилини, бо ми любимо челенджі. Netcracker Technology – це більше 25 років роботи з оператором мобільного зв'язку. Розробка, впровадження та підтримка рішень для телеком-бізнесу. Ми є лідерами у цій галузі. Сумський офіс був відкрито у 2006 році, а у 2009 успішно почав свою роботу навчальний центр у Сумському державному університеті. Наші студенти мають чудову можливість поєднувати навчання в університеті із здобуттям додаткових IT-знань на курсах компанії. А також, що важливо, мають змогу отримати цінний практичний досвід, працюючи у команді Netcracker. Програми всіх курсів розроблена таким чином, що у студента буде можливість розглянути всі нюанси роботи на проєкті, починаючи з написання документації на старті і закінчуючи підтримкою проєкту після того, як він вийде в продакшн. Найбільше на курсах сподобалася радість від вирішення завдань. На початку було непросто розібратися з SQL, проте після 4-5 занять стало легше. Результат від прикладених зусиль почав радувати, а викладач завжди підтримував. Давно хотів спробувати свої сили в програмуванні на Java. Круто, що Netcracker надав таку можливість. Я не боявся запитувати, мені допомагали знайти вихід з будь-якої складної ситуації. У процесі навчання у нас був самостійний проєкт з підтримкою куратора, провідного технічного експерта компанії. Чудово отримати досвід під керівництвом професіоналів. Курси допомогли мені отримати першу роботу, хоча я не мала практичного досвіду в IT-сфері. Зараз я працюю Customer Support Analyst. Я обожнюю головоломки та детективи, тому пошук рішень для замовників пов'язує моє захоплення та роботу. Як каже мій Project Manager, Netcracker – це компанія бажань, а я б додала, що Netcracker – це компанія можливостей. Мені подобається працювати у великому колективі і виконувати цікаві завдання. Ціную, що тут можна професійно зростати і розвиватися. У Netcracker ти зможеш спілкуватися з колегами з різних країн і міст. А головне, тут є можливість приносити реальну користь. Команда Сумського офісу на 80% складається з випускників наших курсів. Якщо ти бажаєш розвиватися в IT, мати гарні soft та technical skills, хочеш спробувати свої сили саме у телекомсфері, тоді ми чекаємо на тебе в нашому навчальному центрі. Программировать. Улыбаться, попить кофейку. Надо хи***ть. Ну, такое лайтовое. Отрастила бы. Ну, не знаю, где-то вот так. Что? Программист создает свою частичку мира так, чтобы этой частичкой мира могли пользоваться другие. Если у тебя стоит какая-то задача, то вот способы, которые ты ее решишь, это и есть творчество. Это прежде всего люди, которые, мне кажется, влюблены в то, что они делают. Ну, какие
Человек может стать любой айтишником, у которого будет устойчивое желание им стать. Последовательность. Первое, что приходит в голову. А можно говорить слово задрот? Да. Ну, обычно задроты. Ботаны, задроты, увлекающийся человек, который сможет часами сидеть, ковыряться в коде, искать какие-то ошибки и решать задачи. Ну, наверное, математически должен быть склад ума. Ну, не математически, это правильно сказать. Мне кажется, главное желание. Любой может стать. Отрастила бы. Ну, не знаю, где-то вот так вот. Я бы просто сидела, если бы у меня был какой-то вопрос, я бы сидела вот так вот и задумчиво вот так вот смотрела, не знаю, в монитор. И думать так, захаточно смотреть в сторону. Я хотел бы не очень пышной бороды, просто обычная короткая борода. А самые крепкие выражения, ну я стараюсь этого не говорить. В основном. Одно время часто переставлял винду при различных обстоятельствах, потому что мне это нравилось. Пришла одна знакомая девушка и попросила переустановить Windows. Программировать. Пунктуальность, подозрительность. Проект. Вот это много. Полиморфизм. Python. Не знаю. Похвала. Это всем. Как минимум, потому что более такая свободная от вас атмосфера. Свобода в выборе проекта, технологий. Отношением к персоналу. Дружественная атмосфера. Мне здесь нравится и надеюсь остаться и дальше работать с ребятами. MindK exists to provide business solutions of true value. We work with businesses, both large and small, struggling to connect with customers in new and engaging ways. Whether they need a web application, a mobile app, a chatbot, or a website, understanding our clients' business needs guarantees the long-term value of our product. We're big fans of transparency and taking great care of our clients. Once you start collaborating with us, you'll get to know your team from the start. Project manager introduces you to all people responsible for your success. So you can always check what your team is working on using project management tools or just talk about your project in real time. Once you approach us, we collaborate on a partner level rather than a client-vendor relationship. Just think of us as extra members of your team with all the skills you need. We focus on creating highly intuitive and user-friendly solutions to perform seamlessly across devices. In this way, we help clients understand patterns of user behavior and create stuff that people love. At the heart of every successful project is an agile team. We provide project and product management, design, solution architecture, development, and quality assurance, all in-house. For any project, success comes only after continual evaluation of what works and what doesn't. We ensure that your product is reliable through usability, security, performance, functional, and other kinds of testing. Besides, we suggest user experience improvements throughout the development process to deliver the best possible result. The lifeblood of our company is our people. Apart from creating extraordinary results and solving challenges, we always try to have fun along the way. Actually, we don't really believe you can make something great without enjoying the process. And I'm absolutely sure that this enhances the work we do for our clients.